Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. И сегодня мы с вами смотрим карту PDM-02 Закл. Это очень старенькая карта бородатых лет. Поставил ее я. Если что, всех собак на меня и все следующие варкапы. Напоминаю, кто обзоры не все смотрит. Все последующие варкапы пока что буду отбирать лично я, чтобы вы страдали и играли техничные какие-то сложные карты, а не всякую дичь, которая вам никак не даст плюс в скилле. В общем-то, давайте начнем. На старте у нас опять же ничего нет, лежит только рядом вот Рокет красный и Мега. Все это, естественно, подбираем, все это можно даже коллекционировать. И, насколько я знаю, брони можно взять две, чтобы ХП у нас оставалось побольше, потому что здесь основной замес идет на ХП. А, есть какое-то окно, да? Окне у нас что-то видно, видно все. Почему-то вот видно даже эту комнату, да? Непонятно почему, ну да ладно. О, еще окно. А тут без решеток, а здесь можно выпасть. Нет, здесь нельзя выпасть. Окей, на полу есть дырочка с 2D крапивой. Ну и ладно. Ну, давайте, собственно, посмотрим. Вроде как Мавер предлагает идти по наклонной, что ли, да? Но такие тени странные. Но мы... Чё нам? И в ЭКУ-3, и ЦПМ, я думаю, без проблем можно было бы здесь пройти. Какие-то статуи вон. Чтоб оно врезано всякого. А, здесь нам дают, значит, гранату. Дают гранату и дают... Значит, желтый и еще мигу. И надо наверх вроде как. Давайте наверх и... Два хп, неплохо. Забрались мы, значит, наверх. Дальше у нас какой-то падик. Тут у нас еще выступают вот эти лампочки. По ним тоже, если что, можно прыгать. И здесь, опять же, еще раз наверх. Добавляет нам ракет маппер, добавляет нам Battle Suit с хейстом. И говорит, делай, что хочешь, брат. Все, теперь эта карта твоя. Теперь за хп следить не надо. А коль следить не надо, можно спамить и все. Это у нас такой своеобразный классный телепорт. В него заходим, появляемся в другой комнате. Там вдалеке видим, что опять же лежит хейст с плазмой, лежит. Потом лежат что-то там еще плазма, еще желтый, да, с хейстом. Ну ладно, сейчас до туда дойдем. Можно также ракетами отстреливаться. У нас здесь уже забрали Battle Suit, и в принципе можно отстреливаться ракетами. Насколько это хватит вам ХП. Внизу у нас что? Ну не кил. Здесь у нас, значит, плазма с хейстом. Я так понимаю, чтобы проплазмить. Здесь нам дают еще ХП. При этом у нас остаются ракеты на самом деле. И мы можем пройти все это с ракетами. Еще здесь дают ракету. Не знаю, сколько дают. Давайте, ну не буду выстрелить, ну наверное парочку там, либо может по стандарту 10 дают. Здесь у нас слик поверхность, внизу вода, которая телепортирует наверх. И тут у нас уже финиш, который мы успешно пересекаем. Из основных моментов я могу сказать то, что очевидно, что нужно кидать туда 2x, да. То есть, по крайней мере, в ЦПМ можно сделать прерокет такой своеобразный. И, кстати говоря, где-то говорили, есть триггер, который можно облететь, чтобы ракету не забрали. И это, видимо, как раз таки вот у телепорта там где-то, да. В общем-то, здесь 2x. Здесь нам тоже все надо будет очень быстро все это проходить. Также можно скинуть сюда ракету. Но здесь надо быть аккуратнее, чтобы не удариться головой. Нужно сразу смещаться в сторону. Здесь даже есть вот такая вот рампочка. Можно потом с нее тихонечко так стрелиться. Но у меня не получилось, конечно. Еще раз. Хоп! Что такое? Она не прыгает, что ли? Или что? Прыгает же.
А, серьезно? Что-то у меня совсем не идет. Ну ладно. Неважно. А, вот, да, у нас это... Нет, да, ну, у нас отбирает, но не рокет. Ну ладно. Где-то говорили, есть инит, который можно обойти. В общем-то. Здесь нам будет еще. И здесь, да, желательно, кстати, скорее всего, отключать автосвич, чтобы у нас оружие не менялось сразу после подбора предыдущего. Ну и такой вот финиш. Карта в целом достаточно динамичная, карта достаточно старая, так что... Но в целом, вроде как, без особых хлопот она должна проходиться, потому что я вот, допустим, за 2 минуты просто спокойненько взял и... Может, здесь где-то инит есть? Нет? Нет. Ну ладно. В общем-то, пойдемте посмотрим демки. Демок немного. Ой, куда я зашел? Так, начинаем по традиции ВК3. И топ-3. Топ-3 людей. 49. 3 лекс. Вот он подобирал два красных, кидал гранату наперед. Ой-ой-ой-ой. Но пока исполнение выглядит чистенько, ничего лишнего не происходит. Зачем-то зажимает прыжок, когда отстреливается. Но зажимать прыжок не нужно, не нужно зажимать прыжок. Это плохая привычка, надо отучиваться от этого. Так, да, вот видите, у него автосвич выключен. Нормально, нормально. Вот просто, вот без косяков, просто, чистенько, никуда не торопясь, человек взял и прошел. Волканоид, топ-2. На 4 секунды погнали. Здесь у нас уже все порезвее, побыстрее. Не сразу забрал, к сожалению, кейс. И опять же сжал прыжок во время отстрелов. Так делать не надо. Здесь они тоже могли бы побольше, наверное, ракет накидать. Ну и в целом вот все чуть-чуть побыстрее просто сделал вулканоид. Но по сути... Как бы мы увидели то же самое, ничего нового. Рокет немножко с другой стороны поднимался, да, рокет побыстрее у него. А так в целом вулканоид просто чуть-чуть побыстрее был. Ну не то чтобы прямо чуть-чуть, но везде вот побыстрее исполнил. Иксас, первое место. С Китайской Народной Республики. Брал также два красных. И вот демка у нас 2x. Отличная 2x в пол. Еще успел рокет там закинуть. Да, да, демка очень классная. А, вот здесь ракеты были не очень, кстати говоря. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, нормально. Можно, конечно, побыстрее. Но очень-очень даже хорошо. И все, вот у нас кончились ВК3 демки. Вот и все, вот и все, представляете? Вот и все. Ксас красавчик. Барин 39,8. Перебил у нас Q3 Лекса ВК3-шного. Так, прирокет задом. Какие у нас веспы растут. Просто вот. Но это медленно, конечно. Барин должен понимать, что это медленно. Ну и просто по стене поднимался. Здесь просто стрейфил. А, и вот у него рокет отобрали, что ли? А, ну да, вот видимо
Ну если, видимо, сбоку на тот телепорт заходим, то не отбирают. Раньше как-то не могли совмещать триггеры, по-моему. И раньше делали отдельно, типа отдельно забирающий, отдельно дающий. Вот. И как-то, видимо, не знаю. Ну, в общем, с триггерами, конечно, косяк. Ну, демка неплохая, пройдено все, опять же, чисто, но без, как бы, ну, медленно, медленно. Так, Лекс. Повторяет, грубо говоря, у нас свою кутридемку. Рокетджампы чуть-чуть побыстрее сделаю. Оп, ракеткой. Ну, рокетджамп, конечно, надо потренировать, потому что видно, что ты можешь сам даже свою демку посмотреть. Очень опасно. Очень опасно Лекс прошел. Он когда отстреливает, делает РЖ, он вначале как бы приземляется, теряет скорость, а потом делает Rocket Jump. Нужно это все как бы в одно время делать. То есть вместе с прыжком, чтобы не ходить по полу лишние фреймы. Булка, вилка, дилка, дулка. 36,6 на 300 у нас перебил. Ну, здесь чуть медленно, но вот за счет таких отстрелов... О, использовал гранату. Почему бы наперед ее тогда не кинуть? Было бы намного быстрее. Так, удобнее ему по другой стороне. Отстрел будет. Отстрела не случилось. Ну все, тут роуты уже пошли. Все подобрал и с плазмой забирается. И здесь у нас с ракетой... финиширует. Нормально, неплохо. Лах на тревелах. Это у нас Sky Island. Два икс. А чё такая демка медленная по итогу? Где-то, видимо, он упустил. А, ну вот здесь у него, конечно... прямо затупчик, затупчик на подъеме, очень много там потерял. Не знаю, почему не стал перепроходить, севертайм всего 9 минут. Угу. Вот про что я и говорил, автосвич. Он думал, что у него ракеты в руках, у него плазма была, потому что он плазму подобрал, и у него пушка на плазму сменилась. Пашка, плюс 2 секунды сделал от Sky Island. Так, поднялся очень быстро. Здесь у нас с отстрелом. Все хорошо у него здесь. Ой-ой-ой. Без автосвича был. Если что, ребят, кто не знает, автосвич находится даже в обычных настройках. Где-то здесь, по-моему. Или не здесь. Или где-то здесь, да? А вот, Shoot, автосвич, weapons. Вот у нас. On, off. Можно так, можно командой CG. Автосвич 1, 0. Кого как, но у меня по умолчанию 1. Где надо, естественно, ой. Где надо, естественно, я... меня... Кошаков ровно на секунду перевел. Ровно, вот просто вот... вот calculated. Yeah.
Конфиг зерга. Может это этот маскальп по фейкам. Ракеты неплохие. Очень даже хорошие ракеты. Здесь опять же стрейфом прошел. Просто всю секцию стрейфом. И переключился на плазму, поднялся и здесь потом. Ну как смог уж сделал. Ну нормально, нормально, достаточно адекватно получилось. А Шанзи с большущим отрывом в 7 секунд делает 26,9. А Шанзи просто вот посмотрите на него. Молодой человек растет. Бум, 2x. Изи. Ну, тут, конечно, не получилось. Не знаю, реально ли он рассчитывал, но... Попытка хорошая, тем не менее. Так, отстрел... Ой, как быстро. Эту секцию он очень быстро прошел. И финиш почти нон-стоп. Бум-бум, и на финише. Вот. Вот. То есть, видите, да? Основной, по идее, тайм составляет то, что он на падиках... Отстреливался очень хорошо. И 1200 там пролетел. Он на этом очень много сэкономил времени. Eternal Drunk 26,5. Как заебали ездить уже, а? На улице. В жопу себе, блядь, поездить. Заебал. Так, отстрелы хорошие. Во-во-во-во-во. Отлично, просто отлично. Он использовал вал стрейфом, здесь прострейфил. Потом отстрелился так у нас. И почти нон-стопом. Вот он использовал как раз ту рампочку на ракетах. На самом деле, если никто ее еще не использовал, я бы дал приз за оригинальность. Не потому что, типа, это оригинально больше, а больше за то, что это... Как бы достаточно сложно, это достаточно калькулейтед, это надо определенную высоту, это надо под определенным углом туда, типа, залетать, чтобы вот так нон-стопом сделать там джамп и пролетать дальше. Поэтому я позволю себе еще сменить трек. Да, спасибо. Так, ну и Зорн, четвертое место. О, Тимона перебил за QN, что? О, какой Зорн, Зорн, подожди, Зорн. Франция подождет, у нас свои горят, жди. Извиняюсь, Волканоид перебил Эдрунк на 600. Волканоид, а если читать Волканоид по-французски, то будет Волкануат. У них... Ой, о, и ай дает. Так, 2x хороший. Прыжок, отучайтесь, прыжок. Жать буду, банить. Не надо жать прыжок во время отстрелов. Подробнее вы можете узнать в туториалах, почему нельзя. Но просто, вы можете мне просто довериться и... Ой, 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 нон-стопом, нон-стопом, залетел! Еще чуть не зафейлил, у-у-у! Красава, просто красавчик, очень хорошо прошел. Но вот, да, вот эта рампочка, конечно, ну посмотрим, может быть кто-то еще заюзал, и тогда за оригинальность никто не получит. Это просто достаточно твой дрочный трикс. Так, Зорн. Очень быстро. Очень быстро. Не подбирал там броню. Мог на самом деле в пол кинуть 2x, но почему-то не стал. Так. Не очень на самом деле хорошая вторая ракета была. И ой-ой-ой, залетел. Очень хорошо. Выглядит, да? Выглядит, согласитесь, выглядит очень быстро. А прикиньте, от этого еще 2 секунды. Просто 2 секунды от этого. Димон занял третье место. Тутти-фрути, шмрути, друти. Дратути. Так. 2x. Так. 2x в стену.
Не очень прямо словил, но нормально сойдет. Так, очень быстро залетел. Отличные отстрелы на 1300. И нон-стопом также залетел. Красавчик. Ха, стоит, смотрит. Думает, я сейчас что-то скажу. Нет, ничего не скажу. Закион, второе место. Молодец, перебил Димона. Вандет мы тебя, конечно, не возьмем, но ты все равно красавчик. И сейчас такой, да я не хотел к вам, чем мне вас там, я, мне в FPS, но... Так, очень быстрый старт. Вот это место у него чуть-чуть помедленнее. 2x вроде как словил получше немного. Сделал с ГБ, ну вот не знаю, компенсирует ли... Наверное, в каком-то смысле компенсирует, да, такое отхождение как бы за скоростью. Но это тестить, конечно, надо. Где вот эти 2 сотки, на самом... 3, точнее, да? Где эти 3 сотки, надо еще разобраться. Но, тем не менее, Enter, которого мы уже взяли в Undead, между прочим. Причем взяли давно, лет так 15 назад. Он это самое, на секунду FPS-ов этих ваших, как за этого. Давайте посмотрим. Enter, красавчик, поздравляю. Демка онлайновская. Так, отстрелы хорошие. Так. Очень быстро поднялся. Ну, можно было немножко быстрее. Зацепился. 1400. Ну и в конце ракеты можно побыстрее. Ну, 16,5, я думаю, да, где-то? Как думаете, ребят? На самом деле, вот он кинул там ракету. Давайте посмотрим еще раз. Таймскейли 0.5. Обе демки. И разберем их более подробно. Я попробую что-нибудь еще досказать. Ну, тут хороший 2x, без сомнения. Пришлось ему здесь ждать, конечно, приземления, но... Я думаю, это как-то можно было бы нивелировать. Вот еле-еле он отстрелился, я уверен, что у него не всегда это получалось. А там еще такая рампа, что... Она тебя, типа, кидает... может откинуть вообще назад. Особенно в Q3. Но отстрелы хорошие. Можно было, конечно, получше отстрелиться, но... Еле как залетел. Еще такой отстрел ракетой. Ну, Ксас всегда делает интересные вещи. Тут уж как бы не поспорить. Ну и Enter 16,8. Вот у Enter, мне кажется, что он, конечно, будет со мной спорить. Но я бы потестил. Я бы, конечно, потестил. Начало очень хорошее. Все очень быстро. Отстрел здесь тоже хороший. И вот здесь, при такой скорости, он мог бы 2 ракеты закинуть и оттолкнуться назад потом. Попробовать, я не знаю, как-нибудь. Ну ладно, это на его совести останется. Ну вот не знаю, стоит ли отходить туда назад и делать ГБ. При условии, что Enter 1400 выбил, я при... А при еще более хороших ракетах, плюс секу сделал, 1 и 2. При еще более хороших ракетах можно, наверное, те же 1600 и получить, поэтому даже не знаю. Ну, такие вот демки. В любом случае, все ребята молодцы. Все, кто участвовал, тоже красавчики. И давайте посмотрим наш браузер. Что мы имеем? Топ-3 для Q3 Lexa, плюс 20 рейтингу. Enter подбирается к нам с Димоном. У нас с Димоном, смотрите-ка, 2.2.10 и 2.2.0.9. Я что-то ЦПМ пытался ее пройти. Даже старт не осилил. Ну, Торнер подрасславился, конечно. Отправлю я тутти-шмрутти. Ну, вот такие дела. Такой вот достаточно короткий получается обзор, потому что демок, как мы видим, очень мало.
Поэтому можем пойти на... Бля. Палево. Что за хуйня? Ладно, я это все равно не вырежу. Пойдем поставим импрессив для уважаемого вечно пьяного за отличную ракету в рампу. В рампочку, прошу заметить, потому что это рампочка топ-10, между прочим. Эта рампочка очень даже сложная. Я Димону предлагал, но там, ну, это жестко на самом деле. Все, поставили мы галочку. И участвуйте на этом варкапе CJ War 4. Ну и в принципе все. Присылайте демки, не забывайте выключать обы. Импрессив у нас стоит. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи. И, кстати, да, кто хочет, может поддержать разово либо донатом по ссылке в описании, либо стать моим патроном. Все видео без премьер сразу оказываются для патронов. Как только они появляются в доступе, сразу оказываются там. Вообще все буду, наверное, выкидывать. Так что, кому вдруг интересно, кто хочет просто поддержать, пожалуйста, переходите, буду рад. В общем-то, все, ребят. Всем спасибо. Всем пока-пока.